Здравствуйте, это программа «Эх, дороги», я ее ведущий Максим Суханов. Каждую неделю по средам мы будем рассказывать, как преображаются наши дороги. Не все же о ямах, правда? Потому как по некоторым участкам много лет ездить было невозможно. Посмотрим, что изменилось. Поехали! Улица Карпинского на пересечении с улицей Декабристов. На мой взгляд, это очень важная дорожная артерия в индустриальном районе. В какой-то мере эта дорога в часы пик разгружает соседнюю улицу Карпинского. Но как здесь было раньше, сейчас напомним. Но теперь небо и земля, не правда ли? Абсолютно ровный тротуар, что бывает, согласитесь, крайне редко. Проезжая часть гладкая, как струна гитары. На первый взгляд ни к чему не придерешься. Да и не хочется, если честно, когда видишь вот такие дороги. Теперь здесь могут ездить и такие машины. Вообще, то, что происходит в индустриальном районе, меня радует. Я давно здесь не был. Появились новые жилые комплексы, а рядом современные дороги. Вы вспомните то, что творилось на улице Карпинского. Ездить было невозможно. Яма на яме. А в этом году, наконец, все изменилось. Дорожные работы на Карпинского еще не завершены, но уже невооруженным взглядом видно, что изменилось. Дорогу отремонтировали от улицы Декабристов до улицы Рязанской. Гарантия 3 года. И будем надеяться, что о ямах на этом участке мы забыли. Вовсю ведутся работы по улице Леонова. Не менее проблемная дорога многие годы в индустриальном районе. Как мы видим, работы уже в завершающей стадии. Но для автомобилистов здесь масса сюрпризов, и сейчас мы о них расскажем. Так уж сложилось, и от этого никуда не деться, что на Леонова практически через каждый метр встречаются колодцы. Какие-то с люком, а какие-то без. Куда подевался здесь? Вопрос остается открытым, даже для подрядчика. И на днях один из автомобилистов в него угодил. Сработали оперативно, поставили ограждение. Но вот вопрос, кто теперь будет оплачивать ремонт бедному водителю? Сегодня мы проинспектировали несколько участков наиболее значимых новых дорог в индустриальном районе. Делать это мы будем каждую среду в каждом районе. И надеяться, что придраться нам будет не к чему. Это была программа «Эх, дороги», я ее ведущий Максим Суханов. Если вы видели что-то интересное на дорогах, какие-то проблемные участки, не молчите, пишите. Все это мы непременно покажем в эфире. Наш адрес – vetosobaka.tv или социальные сети ВКонтакте, группа «Эх, дороги». Увидимся завтра. Пока.